Три леща, сом и сазан обернули жителя Гродненского района крупным штрафом. Мужчину, рыбачившего на запрещенной зимовальной яме Немана вблизи деревни Дорошевичи, задержали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. Лодку, рыбу общим весом почти 15 килограммов и сети длиной 170 метров изъяли. В отношении нарушителя начат административный процесс. Необходимо напомнить, что в соответствии с правилами любительского рыболовства и с правилами ведения рыболовного хозяйства, в рыболовных угодьях запрещается лов всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля. Посмотреть расположение зимовальных ям можно на официальном сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Там размещена соответствующая карта с указанием координат и границ мест массового скопления зимующих рыб.